Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и мы начинаем наш урок. В этом уроке будем регистрироваться на сервисе SoundCloud. Наш шаблон Music Play интегрирован с этим сервисом. Музыкальные файлы будут храниться у нас вот на этом сервисе SoundCloud. А потом мы просто будем брать отсюда ссылку на наш музыкальный файл и вставлять его в пост в наш сайт. Советую использовать браузер Google Chrome, чтобы автоматически перевести сайт на русский язык, если вы плохо знаете английский язык. И давайте зарегистрируемся здесь. Обращаем внимание вот сюда. Войдите или подписаться. Нажимаем подписаться. Это и есть регистрация. В всплывающем окне нам предлагают авторизоваться через Facebook или Google+. Но давайте произведем обычную регистрацию здесь. Здесь пишем наш электронный адрес. Обязательно укажите рабочий email адрес, потому что туда придет письмо, уведомление о подтверждении регистрации. Вводим сюда какой-нибудь пароль. Если хотите, чтобы присылали новости SoundCloud, ставите галочку. А вот здесь надо галочку поставить обязательно. Мы соглашаемся с условием использования. И нажимаем на кнопку «Зарегистрироваться». Здесь нам предлагают рассказать немного о себе. Здесь можете писать свой логин. Выбираем тут месяц, любой год и нажимаем на кнопку «Продолжить». Нас перебрасывает вот на такую страницу. Вот здесь вправо в углу наш username. Регистрация у нас завершена. И давайте попробуем сюда загрузить музыку. Нажимаем на кнопку здесь «Загрузить». Вот у нас внизу предупреждение. Подтвердите свой адрес электронной почты, прежде чем загружать. Я вам об этом уже говорил. Идем на наш электронный ящик. Письмо на электронный ящик приходит не сразу, нужно подождать 5-10 минут. Итак, переходим в наш ящик. Вот выглядит вот так вот письмо от SoundCloud. Кликаем, заходим внутрь и нажимаем вот на эту большую красную кнопку. Идем обратно на наш SoundCloud и обновляем страницу. После подтверждения email адреса кликаем на кнопку Upload, или если вы перевели страницу, будет написано «Загрузить». И вот о чем я говорил, нам предоставляют 180 минут, не 120, а 180. И сразу нам предлагают перейти в GoPro, то есть на Pro аккаунт, где вы будете платить деньги. Мы же будем использовать его бесплатно, для демонстрации нам будет достаточно 180 минут. Нажимаем на большую кнопку Upload, загрузить, и выбираем музыкальные файлы на компьютере. Для примера можете загрузить один или несколько сразу файлов. Нажимаем кнопку Открыть. Вот здесь вот идет upload и проценты, то есть у нас сейчас идет заливка на сервер SoundCloud, заливка музыки. Также можно видеть вот здесь линию такие загрузки наших музыкальных файлов. Еще есть такая возможность в SoundCloud вот здесь вот сделать файл публичным или приватным. Если вы поставите вот здесь точку «Приватный файл», то люди смогут только прослушивать музыкальные файлы, но не смогут скачать. И еще один важный момент. Если вы будете ставить «Приватный файл», то на музыкальном шаблоне Music Play, когда вы установите ссылку от SoundCloud, не будет даже прослушиваться. Так вот устроено, если будет «Приват». Так что сразу учтите это. Лучше оставлять галочку «Паблик». Тогда не будет никаких проблем, и ссылка будет проигрываться прямо на нашем музыкальном сайте. Ждем процесс загрузки. Пока загружается, сразу можете заполнить вот здесь тайтл, заголовок, прописать теги и описание. И можете загрузить вот здесь вот изображение для всех музыкальных файлов. Upload Nav Image. Кликаем на кнопку. Выбираем картинку с компьютера. Так, у нас треки залиты. Вот показано Upload Complete. Загрузка завершена. Кликаем вот по этой ссылке. Наши треки загружены. Увидимся в следующем уроке.